Я забыл начать запись, да, вот я все. Первый комом, ничего страшного. В общем-то, кто дальше? Нет, кто быстрее. Суть дефрага, кто быстрее. Как затрачиваются обычно карты? Все мы знаем, что самое главное в дефраге, как ни странно, не торопиться. Если все не пройдут, победит тот, кто пройдет. Так, Торнер проходит поверху, да, как мы видим. Хулиган у нас пытается сразу же какой-то ролл сделать. Но я бы, честно, вот на месте игроков, я бы не пытался делать тоже поверху, хулиган проходит. Я бы не пытался проходить сразу отличным роллом. Потому что... как бы, по сути, дефраги не торопиться. Если ты не торопишься, ты тихонечко. Вот они сейчас под эмоциональное давление могут и не пройти. А нет, вот хулиган. Хулиган делает лиду, финиширует первую карту. Точнее, не первую, а единственную, да. 21.9 у него тайм. Я буду в основном из ОБС смотреть, чтобы за обоими следить, поэтому тут смысла, в принципе, в консолях нету, как правило, да. Лишнюю информацию я тоже все отключил, как можете видеть. Ну и, в общем-то, пока что хулиган лидирует. Я думаю, что Торнер, конечно, должен его перебить, но не знаю, вот не знаю. Я думаю, на таком виде мероприятия вообще может быть против Торнера езу. Я думаю, что... А, вот Торнер финиширует и задом вообще, да? Ну вот видите, он слишком уверен в своих силах, делает 19 секунд. Хулиган, конечно, наверняка должен понимать, что... Ну где время их увидеть? Нигде, где? Следи за игрой-то. Видишь ведь слева тайм? Так. Я, наверное, не буду отвлекаться на всякие эти... Карты новые, да. Карты специально сделаны для данного мероприятия. Забаньте молодого человека, пожалуйста. Карты сделаны 8 штук специально для этого турнирного карты. Нет, они не первый раз на картах. Карты все игроки получили за неделю до данного турнира. И вот Торнер за 18 секунд только что проходит. Да, и список мапперов есть в тизере. То есть сейчас лидирует Торнер. Для этого у вас я есть. Вы можете меня спросить, если вы не можете следить за игрой. Я вам буду помогать. Так, Торнер что-то мутит. Торнер мутит, по-моему, приджамп, насколько я могу судить. Потому что старт у нас... А, нет, не мутит. Нет, все нормально. Или мутит. Нет, не мутит. Нормально все. Нет, ты говори, Илья. Так. Ну, хулиган у нас, по-моему, как первый раз прошел, так и было. Как я тебе выведу на экран, Илья? Отстань, пожалуйста, а? Ну, типа, давай серьезнее. Зайди на сервер, отквалифицируйся, и будет тебе счастье. Будешь знать. Хулиган у нас прошел два раза, 21.9, 22.0. И да, нуда выдает очень хорошо. Очень хорошо нуда выдает именно дизайн, потому что он везде использует. Он везде использует данные текстуры. Ну и как вы можете видеть, да, если так обратим просто внимание, у нас везде вот снежок падает, кроме карты, естественно, на карту мы не будем делать. Ну, видно, что Торнер уже немножко расхлебанный, тут явно, конечно, перевес по скиллу. Привет, Фуксор. Я думаю, что Паша Хулиган... Это, конечно же, все должен понимать, и ни в коем случае не нужно расстраиваться, нужно стараться лучше. Остается 9 минут, как мы можем видеть. И
как бы, да. Тут явный перевес по скиллу, я не знаю, что сказать. Я не знаю, это тяжело. Дуэль по дуэли в кваке не нужен счетчик в ранг, по крайней мере, такой чемпионс, потому что там чемпион. Ну как я тебе выведу на экран, ну Илья, ну давай не это, давай ты где-нибудь в личке выговоришься мне, я потом после дуэли прочитаю, выслушаю все твои предложения, как вывести на экран, что нужно сделать. Открой блокнотик, записывай. Да, best of one. 1/8 и 1/4 форматы проходят, точнее не форматы, а стадии проходят в best of one. А далее у нас в полуфинале-финале идет Best of 3. Там будет немного поинтереснее, я думаю. Остается 8 минут. Может быть, но это сложно. Нужно как-то более организованно это сделать. Мы, честно говоря, даже об этом не подумали. Поэтому, если, Илья, у тебя есть какая-то очень хорошая идея, как выводить данную информацию на экран, кроме как следить за игроками, когда они проходят. А хулиган, кстати, финишировал только что. Ты обязательно мне напиши. Я смотрю в OBS, чтобы мне было удобнее следить. Они на одном сервере. Мы отказались от двух серверов. Привет. Да, еще на квак. Привет, Аякс. Да, может быть, к завтрашнему дню что-то придумать. Вон вместе бегут. Смотри, смотри, бок о бок прям бегут. Смотри. Ладно, Варпаку, думаю, нужно стараться немножечко лучше. Он все-таки в андедах. А Торнер с явным преимуществом. Пока что. Как-то так. Пишите кто-нибудь таймы в чат, да, потому что у Ильи что-то с глазами. Right nose cat. I can't refresh the bracket. Для стадии 1/8, 1/4 5 карт и одна и полуфинал, финал, другие 5 карт. Точнее, не другие, там повторяются некоторые, потому что у нас их всего 8, но как бы суть, можно сказать, одна и та же. Да, бегут хорошо, остается у нас около 5 минут. Времени на самом деле уже не так-то и много. И совсем скоро мы узнаем. Всех, кого могли, мы заменили Enter. Поэтому имеем то, что есть. Команда полосатых купальник. Хулиган 21.2 и Торнер 18.7. Я думаю, что Торнеру можно немножко лучше постараться. Может быть, да? Потому что как-то он плохо старается, на мой взгляд. Не очень качественно. Да, спектатор может видеть время игроков, если присутствует на сервере. Ну смотри, шериф, если ты хочешь, то можешь, в принципе, зайти, я тебе могу информацию скинуть. Ну чё, смотри, ведет Торнер 18.7, у Хулигана 21.2, и разрыв в 2,5 секунды. Можно поставить тайм и авкать оставшееся время. Можно, но как бы какое к тебе будет потом отношение после этого? Вот Торнер сделал 18.9, все прекрасно видно. Илюша, ты пил таблетки сегодня или нет, скажи мне. Хулиган, кстати, отлично держится, я бы сказал. Потому что стрейф у него, в принципе, неплох. И вот он, кстати, себя перебивает. Делает 21.1. Торнер уже не старается. Просто отыгрывает, говоря, последнее время. Да, 4 минуты мы видим, что у нас остается на таймере.
немножко картинка, наверное, да, подвисает. Это из-за перегруженности, из-за перегруженности сцен, скорее всего. Да, Хулиган еще и на замену вышел чуть ли не в последний момент, поэтому как бы его результат очень даже достойный, потому что карты он толком, скорее всего, не играл. И, естественно, в этом его вины абсолютно нету, потому что игроки до последнего тянут, те, кто действительно отквалифицировался. И игроки до последнего тянут, говорят, что они будут участвовать, а потом оказывается, что не будут. Так что Хулиган большой молодец, что нас выручает, что он заполняет сетку. И нам, безусловно, приятно, естественно, иметь в квалификациях Торнера, потому что Торнер в последнее время не очень большую активность проявляет в целом на комьюнити, на DFComs это можно увидеть. Ну, то есть посылает демки, но они как-то без энтузиазма такие пройдены, в принципе, по обзорам, кто если смотрит, это можно увидеть. Остается 3 минуты. И Хулиган сейчас себя перебивает. 24 ставит, уже совсем близко он к Торнеру, между прочим, сокращает разрыв где-то в 1.5 секунды. И это очень даже ничего, я считаю. Ну, по картинке, я надеюсь, все хорошо. Да, ну у Хулигана неплохой ролл. Кто много хочет, мало получит. Прошу внимать. Да, игроки находятся на одном сервере, они видят результат соперника. Мы решили сделать один сервер, чтобы меньше было головной боли, чтобы было проще все это организовывать. Я был изначально против. Такой идеи, но как-то мы с коллегией совещались и решили, что нужно делать один сервер. Так, 19-9. Да, могут посмотреть дорожку. Но у них не так много времени, чтобы подсматривать, сидеть дорожку, что-то выпаливать. Поэтому лучше свою дорожку реализовать полностью и все. Хулиган себя перебивает, очень хорошо сокращает разрыв. 19-9, 18-7, всего секунда отрыва у людей. Посветит одно, по три другое, да. Абсолютно верно, поэтому... Я думаю, это в их же интересах, в интересах игроков, я имею в виду, чтобы выжиматься на максимум именно по своему роуту, а если его нету, вдруг, если вы карту не успели подготовить, то его придумать. Ну вот, будем придерживаться точки зрения рантрейфа. Остается 1 минута. Совсем-совсем скоро, вот прямо вот сейчас кончится времечко. И мы узнаем финальный результат первой дуэли на сегодня Торнера и Хулигана, чью информацию дополнительную вы можете видеть справа сверху в углу. И обязательно подписывайтесь на канал Open Cyber League, очень много интересных матчей здесь проходит. И подписывайтесь на мой канал тоже, если хотите увидеть настоящий дифраг. Я перехожу немножко пока в режим студии. И остается прям вот совсем-совсем-совсем чуть-чуть. И почему таймер так ушел? Куда? Где он? Сейчас он уйдет. Все, ноль. Стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп. Доигрались. В итоге, что у нас, что мы имеем? Давайте посмотрим сетку, пока мы не обновили. Ну, с сеткой у нас будут некоторые проблемы, скорее всего. Да, по итогам, в общем-то, 18-7 у Торнера, 19-9 у Хулигана. Хулиган пишет, что у него лицо горит, это, скорее всего, из-за волнения. Торнер не наигрался, да. Ну, возможно, ему очень нравится карта, в этом ничего зазорного, я считаю, нету.
Так, сетка у нас пока не обновилась. Ну и давайте, пусть они пока. Может быть и почаще, да. Спасибо, Илья. Давайте мы пока перейдем сюда.